Управление МВД России по Одинцовскому городскому округу подвело итоги муниципального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа». Чтобы изобразить сотрудников полиции на службе, участники использовали цветные карандаши, пластилин, картон и другие материалы. Лучшей была признана работа 6-летней Екатерины Калмыковой. Ее композиция из пластилина «Ко мне, Мухтар» продолжит участие в региональном этапе конкурса.